Всем огромный привет! Сегодня хочу показать цветение своих орхидей. Видео будет называться «Цветение орхидей март». Итак, покажу своих миничек, которые продолжают свое цветение. Это миничка, которая была выращена из детки. Детку я приобретала у женщины на Авито. Продолжает свое цветение мини-орхидея, которую я покупала в Леруа Мерлен. Я их пересадила. Орхидея раскрыла все свои бутоны. И здесь я вот увидела, что будет еще один бутончик. Поэтому жду. Дастибель, мини-версия Дастибель. Она очень ароматная, пахнет приятным парфюмом, когда попадают на нее лучики солнца. Очень интересная орхидея. Вот здесь она нарастила боковой цветонос. Я жду ее цветения, продолжения ее цветения. Далее продолжает цветение мини-версия черной жемчужины Black Pearl Mini. Здесь она мне тоже выдала небольшой сюрприз в виде цветоноса. Так, сейчас сфокусируем. Вот он. Цветонос в активном росте. Орхидейка пересажена. Пересадила я их в такие десертные стаканчики для пирожных. У нас продают при кондитерской местной. Ой, сейчас покажу особую такую орхидею. Я ее еще не показывала. Посмотрите, какая прелесть. Она вообще нереальная. Эту орхидею я купила у Ценкой. У Ценку подростка 1,7. У нее практически не было корней. И продавец продавал их за такую смешную цену. Я даже не буду ее называть. Я не удержалась и заказала у нее. Покупала еще в октябре 2018 года, вот они до сих пор реабилитируются. Это ее подружка, сестричка-подружка. Еще меньше, она очень болела, но она зацвела, я не стала удалять цветок. Посмотрите, какая прелесть. Это, по-видимому, один и тот же сорт. К сожалению, название было неизвестно. Покупала их как сюрприз. Ну, очень красивая. Такие необычные лепестки. Так, ну, с менюшками пока все. Продолжает цветение и заканчивает его. Вот моя беленькая с миндальным подтоном. Камера почему-то вот передает ее чисто белой. Нет, она очень бледно-миндального цвета. Продолжает цветение карамель. Я ее пересадила, заглубила, подсыпала ей кору, привела ее в порядок. Она вот решила нарастить новый листик. Все ей понравилось. Я ей поставила вот такую вот палку-копалку. Держатель. Все хорошо. Еще раз ее приближу. Необычная карамель. Два цветка. Ну, я ей дала процвести. Далее продолжает цветение. Вот такая моя мультифлора. Она цветет еще, получается, всю зиму. С зимы, с той осени. Это прелесть, а не орхидея. Эта орхидея, она мне еще и растит детку здесь. Но детка никак не хочет давать корни. Жду окончания цветения. И надеюсь, что корни у детки все-таки вырастут. Я по поисковику искала. Этот сорт очень похож на сорт Евростар мультифлора. Шикарная орхидея. Я ее покупала у Ценкой в Обе, в Краснодаре. Ну, вот такая она вот благодарная
Здесь она пытается еще один вырастить цветонос. И опять продолжит цвести. Не обращайте внимания на мой маникюр. Я его специально сегодня не стала переделывать, так как у меня предстоит пересадка петуньи. Я хочу отделить детку от орхидеи. Посмотреть, в каком состоянии у меня есть орхидея. Растит детку. Вот я хочу ее раскопать, посмотреть корни. Поэтому пока не до маникюра. Еще мне надо бегонию пересадить. Займусь маникюром позже. Продолжает и заканчивает свое цветение, как мне подсказали девочки-подписчицы, Lark Song. Тоже куплена маленьким подростком 1,7. Она тоже была у ценочкой. Нарастила корешки и решила процвести. Ну, такая она бледненькая. У меня есть наподобие, не знаю, ну пусть пока растет, цветет. Сегодня, наверное, обрежу или завтра, если время останется, подпишу ее и уберу на отдых. Вот такая вот красота. Миньки, конечно, очаровашки. Дастибель, нереальная красотка, еще и ароматит это вообще. Кстати, камера почему-то передает вот эту орхидею бледно-желтым цветом, хотя она такая достаточно насыщенная у нее цвет. Такая как ваниль прям у нее. Цвет ваниль. Вот это малышечка. Умничка. Малышечка почему-то отсушила листик нижний. Ну, посмотрела, вроде корешки, с ней все хорошо. Еще раз вот эту безмяшку. Если кто знает, напишите мне, как она называется. Я не могу найти, как она называется. Я уже через Яндекс картинки вбивала. Не могу понять. Такая, ну это не Азия, это подростки Европы. Европейская селекция. По-моему, это Нидерланды были в 2018 году. Что жду от вас помощи, кто знает. Подскажите. Ну что, всем спасибо за внимание. Цветение марта моих орхидей. Всем пока.